Тюменский симфонический оркестр сыграет на заводах и фабриках региона. На сцене ДК «Нефтяник» уже 18 декабря презентуют первый тюменский мюзикл. О планах и перспективах культурной жизни региона рассказала сегодня директор концертно-театрального объединения Юлия Шакурская. Так, по ее словам, в год 160-летия Тюменского драматического театра решил выйти за рамки привычной сцены. Мы хотим усилить форматы открытых театральных постановок, открытых театральных показов, особенно в летний период, что оказывается очень востребовано нашей аудиторией. Но